Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас. Кто это? Банк Траспау. Меня зовут Орлова Ирина Викторовна. Валерий Анатольевич, это вы? К вашим услугам. Я по поводу кредита наличными звоню. Договор 248-819-2757. Нет, не нужно. Уже звонили, предлагали. Не нужно мне. Что предлагали? Вам ничего не предлагают. Вы должны оплатить задолженность 27 804 рубля. Какую задолженность? Мне звонят постоянно, кредит предлагают. То одни, то другие. Я говорю, не нужно мне кредит. Я вам не предлагаю кредит. У вас уже а есть почему? Кредит в банке. Вы по этому поводу? Вы должны его оплатить. Да, я вам назвала номер договора. 27 804 рубля вы должны оплатить. Ну, понятно, спасибо, что сказали. А я и забыл уже, живу. Забыл, что там что-то кому-то надо. Знаете, а завтра вы оплату произведете? Да, боже упаси, вы что, зачем? Вы что? Значит, зачем? А зачем? Ну, нет, в буквальном смысле слова, объясните мне, зачем я должен производить оплату? В ПАО «Траст» еще какой-то, который медным тазом вот-вот накроется. Да, ну, есть. Он подыхает, ему скоро яму, ему уже яму выкопали, этому трасту вашему. Вы там еще по вы какой-то... Не... Яму какую-то? Да я-то зачем мне делать какой, нечего? О какой яме вы ведете речь? Я, кстати говоря, если о яме, я сейчас у себя на участке, на даче рою яму, да. Ну, я рою яму, чтобы туда поместить септик. Кстати говоря, вот септик... Как хорошо, раз, что Валерий Анатольевич, отказывайтесь оплачивать, банк далее может принять принудительные меры взыскания на основании 230. Что сделать, принять принудительные меры? Это что за словосочетание такое? Как так это можно понять? Вы добровольно отказываетесь оплачивать, значит, принудительным мерам нужно переходить. А будьте любезны, объясните, может, я сейчас прекращу яму копать, да побегу платить. Что такое принудительные меры? Значит, будем расторгать с вами договор. Так, пока не страшно, совсем не страшно. В чем еще принудительность ваших мер? Ну, далее это может быть арест имущества, арест ваших доходов. Кем, простите? Кто арестовывать будет? Банк будет арестовывать через приставов. Не понял, одно из двух, либо приставы, либо банк. Но должны вы банку. И кто будет арестовывать мое имущество? Банк будет инициировать эту процедуру. Инициировать эту процедуру. Будьте любезны, объясните, как это он сделает. Банк что должен сделать для того, чтобы дела оказались у судебного пристава? Суд обратиться в банк. Вот давайте, друзья мои, давайте. Выплатить полную сумму задолженности. Так и что теперь? А где принудительность? Ну, и ответственность вам. Понимаете? Знаете, да, судебные приставы хотя бы звонить мне не будут, надоедать, отвлекать меня от моего любимого приусадебного участка. Я тут дом недавно приобрел, такой дом. Хорошо, зашатаешься. Готовьтесь к принудительным мерам взыскания. Я не понял, к чему готовиться, душа моя. Готовьте имущество к реализации. Какое еще имущество? До свидания. Ой-ой-ой. Здравствуйте, друзья. Гирпес Адольфович, отдельный привет. Спасибо за ролик. Как там самочувствие на приусадебном участке? Вот берите пример с Гирпеса Адольфовича. Спокойно занимается своими делами, и вот действительно... Важнее всего тот вопрос, ответ на тот вот вопрос, который он задал этой вот девочке. Платить. Зачем платить? Научитесь задавать себе этот же вопрос. Понимаете, насколько он прост, настолько же он и гениален. Зачем вам отдавать свои деньги в банк? Ну и вы, конечно же, навстречу мне зададите вопрос. А почему я должен задать этот вопрос? Это же очевидно. Почему? Хорошо. Ответ еще проще. Вас обманывают. Вы никому ничего не должны. Почему? Опять вы спросите. Я вас отправлю в описание этого ролика, где есть ссылочка на наш сайт в очередной раз, как я всегда говорю. И на сайте выложено видео, как устроена работа специалистов компании «Алям». Что мы делаем для своих клиентов, чтобы... законными способами, я подчеркну, законными способами гарантированно доказать, что человек свободен в финансовом смысле. А именно, привести человека к комфортному платежу. На самом деле комфортному платежу, а не те
условия, которые предлагают банки, навязывая вам всякие там якобы волшебные реструктуризации, а на самом деле прокладывая вам дорожку в еще более топкое болото. Так вот, пожалуйста, посмотрите и все поймете. Я думаю, тут больше нечего рассказывать. Ну а за ролик Герпесу Адольфовичу нужно поставить лайк. Вот многие спрашивают, где Герпес Адольфович, почему редко появляется? А я вам так скажу. Поставьте побольше лайков, репост в соцсетях, пускай как можно больше людей полюбит Герпеса Адольфовича, и будет он чаще выходить на связь. Будет бросать все свои дела на своем приусадебном участке, в лабораториях своих, и будет еще большим интересом колоть этих коллекторов. Вот, и всех там взыскателей. Пожалуйста, все в ваших руках. Мы должны видеть, что Герпес Адольфович действительно по-настоящему интересен. Пишите в комментарии, кого бы вы еще хотели услышать, каких персонажей. Мы будем по всей стране их искать и приглашать к сотрудничеству. Поверьте, у нас потенциала хватит. Ну и еще раз говорю, репост в соцсетях – это отдельная история, отдельное спасибо за него. Не забывайте об этом. Группа ВКонтакте. Группа ВКонтакте – это тот ресурс, где вы можете все наши ролики посмотреть, а точно так же послушать. Они там все дублируются. Очень хорошая информационная группа ВКонтакте. У нас есть ссылочка на эту группу в описании этого ролика и всех других. Посмотрите, все поймете. Конечно же, тем, кому нужны шаблоны, обращения в банк, обращения в простые стадии судебных разбирательств к судебным приставам, тоже есть у нас ссылочка, там хороший продукт, он платный, сразу предупреждаю, но может быть кому-то он будет интересен. Это тоже в описании ролика есть. Ну, еще раз говорю, прошу от вас лайки, если не жалко, репост в соцсетях и комментарии. Пишите комментарии, мы их будем изучать, Герпесу Адольфовичу передавать. И на самое интересное будем в комментариях других роликов отвечать, либо делать отдельный обзор. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания «Алиам». До свидания.